Руки вниз. Руки на стол. Нет, этого. Руки. Играй службу запаса. Меня дочь. Сумки чем запасы? Да. Сколько? Ну, я просил на взаимо 260. Хорошо. Ну, я думаю, нам в ходе следственного действия пояснит Дмитрий. Ну и плюс там бумажники еще что-то. Вот. Ваш, да? Да. Все, берите и к себе, пожалуйста. Да. Давайте, может, поставьте, не знаю. Дмитрий Анатольевич, вот эти вот денежные средства? Да, по всей видимости. Так. Сейчас мы разложим денежные средства, чтобы... Всего у нас получается в обнаруженной стопке 10, 11, 13. Так, что-то достаем? Кто будет вставать? Ты достаешь? Подходите сюда. Подходите сюда все. Подходите все, вот все, вставайте. Вы тоже, Дмитрий Анатольевич, подходите. Где деньги? Доставайте. Доставайте. Поясните, что это за деньги? Деньги, полученные мною. Ну, как есть говорить? Ну, частично это остатки от продажи дома, частично получаемые в виде подношений. За что? За, скажем так, за содействие в работе. Кому? Ну, вкратце скажите, за что, от кого и за для каких действий? За оказание, ну, как, оказание покровительства.